Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцу, мои дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле всех приветствую! Всем желаю всего самого-самого доброго, самого светлого, всего самого хорошего в вашей жизни. Сегодня мы с вами поговорим о том, что спасены ли мы жертвой Христовой или Евангели Иисуса Христа. Состояло в том, что мы должны отвергнуться себя, взять сами свой, свой крест, исследовать за Иисусом, нашим подвигоположником, путеводителем, который сам нес свой крест. Об этом мы сегодня и поговорим. Я подготовил разные иллюстрации, все они суть говорят об одном. Это такие лестницы, из Ада в рай. Все мы с вами до покаяния жили в Аду, уже пребывали в нем здесь на земле, безусловно оказались бы в Аду после этой земной жизни, потому потому как мы жили, всем понятна наша посмертная участь. Я хотел бы в очередной раз я говорю попытаться достучаться до религиозных, до адептов религиозных сект ну, больше это обращено к протестантам, но и католиков православных в том числе касается. Знаете, я надеюсь, что те люди, которые либо принадлежат к протестантским сектам, либо вышли из них, но остались с их заквасками, очень внимательно меня сегодня послушают. Потому что если мне безразлична их судьба, будущее, их будущее, то вы в сегодняшнем ролике, в очередной раз, как и во всех моих предыдущих роликах, получите много пользы. Если захотите, познайте истину. Эта истина освободит вас, и вы последуете за ней, неся свой крест. И эта истина именно, и этот путь к ней, возможно, приведет вас к достижению цели. Ибо Царствие Божие – усилием берется. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Давайте перейдем к слайду. Я, как вы видите, на экране прямо делю эту картинку пополам. Потому что она, может быть, не очень говорящая. Предположим, ну, мне нравится, как здесь расположена лестница просто. Поэтому нижняя часть у нас будет ад, верхняя часть у нас будет рай. Давайте я сразу набросаю, мы с вами все помним Евангелие, я надеюсь, вы учитаете. И сегодня, в отличие от многих многих других раз в вашей жизни, я говорю, особенно это касается протестантов, тех, кто вышли из этой секты, и якобы стали свободными. Вы внимательно меня послушайте, я буду постоянно делать на этом упор. В Евангелии, я вам сейчас набросаю несколько фраз, мы все знаем такие слова, как «вам дано даром», «вы получили даром», «прощение даром», «вечную жизнь даром». Протестанты в это уперлись. Понарезали стихов из Нового Завета, особенно стихов из послания апостола Павла, и думают этим спастись. К сожалению, от того, что вы Ложь назвали правдой, она не становится правдой и истиной. Вы исповедуете ложь, вы сами не идете к истине, не ведете других. Более того, вы идете, в принципе, в основной своей массе даже, я бы сказал, во тьму, либо вы никуда вообще не идете. Но топтаться на месте бесполезно, и это невозможно. Сам Господь так положил, что природа, она не статично, она динамична. Бог живой, и все вокруг нас постоянно имеет жизнь и движение. Так что вы либо идете в одну сторону, либо в другую. Но при этом мы все знаем такие евангельские фразы Иисуса Христа. Собирайте сокровища на небесах. Кто не превзойдет праведности крижников и фарисеев, не войдет в Небесное Царство. Что путь мой, скорбный и ваш, так как вы идете за мной, и тяжелый, узкий, и тернистый в небесное царство. О том, что кто хочет войти туда, отвернись себя, возьми крест свой и следуй сам своими ногами за мною. О том, что царствие небесное усилием берется, и каждый, понуждающий себя, Восхищает его. Трудитесь, делайте, и ты поступай так же. Любите, благотворите. Иисус всегда выражался повелительными глаголами. Если ты хочешь туда попасть, ты должен что-то делать. Всякий слушающий и не исполняющий моих слов подобен человеку безрассудному брат и сестра и матерь, мне тот, кто исполняет волю мою. Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и тогда будете там, где я. Помните все эти слова? Как они могут сты стыковаться с протестантским бредом о том, что Иисус все за меня сделал, и я ничего не могу сделать, и я ничего не должен. Я головешка, как писал их отец-основатель отец -основатель Лютер, и ему подобные, Кальвины, Цвингли, о том, что человек, он ничего не может. Бог все за него. Что может человек сделать? Что может человек дать? Как у вас все это состыкуется со словами, со, со словами Иисуса? А как стыкуется со словами Иисуса, что он рассказывал много притч о христианах и говорил, что вот тебе один талант, тебе два, тебе три, и ты должен их приумножить. И более того, данный тебе талант, если ты не приумножишь и просто вернешь господину ноль, ты будешь выброшен во тьму кромешную. Если вы девы, невесты жениха, но без елея, а это святость. А святость достигается делами, как писал Иаков. Вера достигает совершенства. Двери будут закрыты. А как же те, кто поставлены раздавать хлеб, сейчас я обращаюсь к пастырям, так называемым протестантским, а вы раздавали им камни, а вы их били, а вы их стригли. Такие рабы будут рассечены и выброшены во тьму кромешную. О ком говорил это Иисус? А почему Иисус, рассказывая притчу о семени, которая о сеятеле и се, семенах, которые он сеял, самая мощная притча, одна из самых мощных, я бы сказал, которая концентрирует всю суть Евангелия. Вышел человек и сеял семена. Семена, как сам Иисус ее сам ее растолковал. Он говорит, это Слово Божье, Евангелие, благая весть. О чем? о том, что человек, ты свободен избирать между добром и злом. И избирая добро, ты избираешь вечную благую жизнь сам себе. И поэтому некоторые семечки, которые ты это благовествуешь человеку, а если нет, естественно, если ты выбираешь добро, ты избираешь благо бытие. Если ты избираешь зло, ты избираешь вечное мучение. Сам, сам. Иисус всегда об этом говорил и подчеркивал. И говорит, есть люди, которые это Евангелие сразу отрицают. Да, сатана сидит в их сердце, эти люди уже соединены со тьмой. Они отвергают это. Есть люди, которые с радостью принимают. Ой, ничего делай, принимают вот такое вот липовое Евангелие. Или принимают настоящее, ну кто-то им потом лапшу на уши, типа как Кальвинов, Цвингли и Лютеров, понавешал лапши на уши, хотя Евангелие это же Евангелие сам Лютер переводит, в котором написано, что Царствие Небесное усилием берется, и всякий трудящийся восхищает его. «Иди и ты поступай так же, если хочешь наследовать жизнь», – вечно Иисус говорил. «Ты хочешь следовать за мной? Пойди, продай все, что имеешь, раздай нищим, только и тогда ты сначала будешь иметь сокровища на небесах. А если хочешь еще быть со мною, только после этого» приходи и следуй за мною, взяв крест. И кто следует за мною, а креста своего не берет, я вам говорю прямые речи из того написанного в Евангелии, которое до всех до нас дошло. Тот не достоин меня и не будет там, где я. Как вы все, мне вот всегда протестантам, как вы все это умудряетесь состыковать? Вы знаете, я давно понял, протестантизм имел живую такой, знаете, начаток жизни только в своем основании, когда просто они стали противиться, естественно, католицизму и всему этому бреду, который он нес. Но это продлилось. Не знаю, как говорят, мотыльки живут один день, да? Один день, все. Потом все в то же самое. Сейчас протестанты уподобились тем же самым католикам. Ну, не сейчас, а, я говорю, там, может быть, год прошел, и они стали точно такими же. Они а сейчас Истину в себе заглушают ложью. Как вы читаете сами Евангелие? Вы вот слушаете ваших лжепастырей. У вас не возникает вопросов? Вы сами дома. И причем, как говорят протестанты, знают Евангелие но знаете, Я говорю, они либо не знают тогда уже и давно, понял его. А если им и читают, то им запрещают думать. Им не отвечают на вопросы. Ваше лжеучение протестантизма полностью противоречит Евангелию Иисуса Христа учение ваших лживые учения ваших отцов-основателей, и потом все это до верха, до ступеньки, прямо противоположно учению Иисуса Христа. Я попробую сегодня еще за счет иллюстрации вам это показать. Заметьте, я специально этот канал «Проповеди или голосы пищу в пустыне» веду, в принципе, стараюсь без текстов даже, в свободной форме вам говорю, напоминая Евангелие Иисуса Христа. Потому что если, особенно такую тему, как сегодня, разбирать по Евангелию, вы знаете, вопрос надо брать и читать целиком. И кто со мной пытался связываться и лично мне противостоять, тот сдувался через пять минут. Они не могут ответить на эти вопросы, они начинают юлить, они начинают переделывать ссылки, рвать ссылки апостола Павла, хотя когда я им привожу ссылку апостола Павла 5 глава 2 послания Коринфяна, где он говорит, что все, о которой я сегодня, конечно, еще буду говорить, что все мы предстанем на судилище Христова, Павел себя не отделял, и что каждый будет судиться, христианин, по делам своей жизни. Он говорит, и как бы нам, получив этот дар вечной жизни, который дал нам на халяву, да, за одну только веру, не оказаться ногими, голыми, от чего, хоть он там и не сказал, да, я поднимаю палец вверх, к небесам добавляю от славы Божьей те слова, которые, возможно, Павел просто проглотил, как и любой проповедник. От славы Божьей вы будете нищими в небесном царстве, голыми, уродливыми и вонючими. Вы будете вечными, да. Точно так же, как и здесь, мы можем все ходить о чем же говорил Иисус и его апостолы, когда говорили о таких вот, такими вот выражались словами, говорили такими вот фразами, цитатами и мыслями, о том, что дар вечной жизни, о том, что прощание, прощение человеку дано даром. Скажите мне, пожалуйста, вы убили ребенка чего-нибудь, вы покаялись. Что вы сможете дать родителям этого ребенка? Что? Вы забрали жизнь ихнего ребенка, ихнего чада. Да, неважно. Пьяным сбили на машине, как это он в новостях через день сообщает. Насильного это сделали, отбирали телефон, он сопротивлялся, вы решили его задушить. Я не буду все эти ужасные истории приводить. Это не из моей больной фантазии. Вы знаете, целыми днями показываю их в новостях. Таких случаев миллион. Ну, может быть, вы какой-нибудь там, какие там ворошиловские стрелки сейчас, или какие-то там в школах детей стреляют. Или вы сам ребенок поехавший. И вы покаялись. Вы сможете вернуть жизнь этих детей, этого ребенка и детей. Хорошо. Я беру яркие примеры. Дети самые дорогое, да, как всем, самые безобидные. Может быть, вы убили взрослого человека. Вы сможете вернуть жизнь? Вы воскресите его к жизни? Нет, вы ничего дать не можете. Вы даже покаявшись, ничего этим людям, которым вы причинили боль и страдания, ничего дать взамен не сможете. Ничего. Ноль. Вы лишили человека здоровья. Из-за вас он потерял ногу или руку. Я говорю, вы сбили его, допустим, на машине. Ему ампутировали ногу, потому что была там травма несовместимая с жизнью и был выбор. Да? Что вы сделаете? Ну ладно, сейчас современный мир, вы скажете, можно протез. И то, какой протез? Они миллионы долларов стоят. Ну, если там под какую-то акцию попадет. Вы обычный работяга на заводе, припили, поехали на своей тачке, курались. Что вы дадите этому человеку? Вы вернете ему ногу? Нет. Вы всю жизнь будете работать и на, на, мизинец этого протеза не насобираете, который, я говорю, если когда-то они там и будут сейчас стоить копейки, пока это далекое будущее. Я говорю, ну или возьмите, отмотните назад, какая разница. Когда Евангелие Иисус благовествовал, никаких электронных протезов не было. Вы отняли жизнь, руку отрезали. Вот Павел ухо отрубил у воина, который пришел арестовывать Иисуса одного из воинов что он мог он мог иисус мог да иисус не творил зла при этом при этом творил благо вы сотворя зло что вы можете возместить человеку ничего вы развели какую-нибудь бабушку пенсионерку на квартиру пропили ее прогуляли будучи молодым молодой там неважно горячий все и вас поймали вы покались вы сможете вернуть у вас ничего нет вы вот им потому сами воровали грабили и гуляли, чтобы провести шикарную жизнь, да. Все, вы в одну ночь в казино по пьяни все так же спустили. У вас квартиры нет. Я, мне 37, честным трудом до сих пор на квартиру не заработал, а нечестно я не работал. Вы возьмете, ну, возьмем наши мерки современные. Где вы 3 миллиона возьмете? Не, вы всю жизнь будете уже работать. Эта бабушка будет на улице, и, и вы сами. Что вы воздадите этому человеку? Ничего. Именно об этом говорил Господь. Именно об этом говорил... Все, что я всегда говорю, я всегда вам говорю, объясняю, что вы проверить истинность моих слов можете реальной жизнью. Я никогда не говорю каких-то иллюзорных вещей. Ну, я могу о чем-то, конечно, поразмышлять, о будущем. Нам, оно, там, что такое новое небо, новая земля, да. Но о реальной жизни, христианской жизни, я всегда говорю, глядя на нашу реальную жизнь. Я поэтому вам набросал эти вопросы. Попробуйте, сами себе ответьте. О чем же говорил Иисус и его апостолы? Почему, он, почему Господь призывал одних прощать, одних каяться, а других прощать? Причем до бесконечности, если человек действительно раскаивается. Давать ему очередной шанс. Почему? Да вот почему возместить этот и ты понимаешь теперь встаньте на другую сторону на сторону пострадавшую ты ничего не можешь. этому человеку нечего дать ты понимаешь он не может воскресить твои... твоего родственника ребенка мужа жену брата сестру родителей друзей не может да ему можно только око за око самого лишить жизни это будет месть Он отнял у тебя руку или ногу, да, или у твоего родственника и все по кругу, да. Он не может дать, ты понимаешь, он не Бог, он, он забрать мог, да, дать он не может. Да, ты видишь, они бы состояли в группировке, они обокрали твою бабушку или тебя, или ты сама бабушка или дедушка, и тебя уже на пенсии обманули. Ну и нечего ему дать. Ты понимаешь, что если он, он может ты вернуть только эту квартиру, только кого-нибудь еще обокрасть. Ты же этого не хочешь. Ты же не хочешь, чтобы дальше зло распространялось. Ты сам же пострадавший. Зарабатывать он будет еще 100 тысяч лет на эту квартиру. Что ты можешь сделать? Только простить этого человека. Вот что такое даром. Вот что такое прощение даром. Вот что такое, когда люди, теперь я вам показываю картинки, из ада попадают снова на землю. Вы ж поймите, как все просто на самом деле. Человек был сотворен на земле. Еще не было ни зла, ну добро было, да, Бог сотворил все благим, а человек уклонился в разные помыслы. Человек был сотворен, вот она, нулевой, нулевая отметка ее назовем, знаете, как есть нулевые отметки во всем. Вот она, нулевая отметка. Это рай. Человек сотворен Богом абсолютно благим, абсолютно светлым. Вокруг нет никакого зла. Все у всех хорошо. Что человек, куда он свалился? В ад. Человек, первые люди согрешили. Когда Адам с Евой э, пал. Вы не помните историю, хотите, я вам напомню? Я вам расскажу такую историю: Первые люди падают. Бог, перед тем, как дает им заповедь, во время, точнее, как дает эту заповедь, присовокупляет к ней И. Страх наказания. Он говорит, если вы нарушите мой заповедь, вы смертью умрете. Когда они нарушают заповедь и срывают запретный плод, Адам с Евой, разве они умирают? Оказывается, нет. А оказывается, Господь призывает их к покаянию. К покаянию. Оказывается, за грехом сразу не следует смерть. Она при дверях, да. Но у человека всегда есть шанс покаяться. И у Адама с Евы он был. Бог говорит, Адам, где ты? Куда ты спрятался? Они открываются ему. Он говорит, что ты сделал? Не нарушил ли ты заповедь мою? Почему ты спрятался? Бог всячески пытается аккуратненько, со всей отеческой любовью призывает своих чад Адама с Евы к покаянию. Но они не каются. Они обвиняют всех вокруг и даже доходят до полного безумия, что тычут Богу в том, что во всем виноват он и они. Но только не я, не порочный ягненок. Ну, естественно, если так, то человек падает в ад. Оказывается, чтобы остаться вот здесь на земле, все, что нужно было сделать прародителям, просто сказать прости, я больше так не буду. Все. Простые, простые слова, которыми всех нас с детства учат родители. Нормальные, конечно же, я сейчас говорю не о ужасных, где там родители пьют, курят, грабят, убивают. Да, я имею в виду, где нормальные люди более-менее, да, и своих детей учат тому же. Все, что нужно было сделать. Покаяться. Возместить тот грех они ничем тоже не могли. Я сегодня не буду трогать, что они сделали. Кто мои ролики смотрит, тот знает. Поэтому все, что человеку нужно действительно. Потому что за любой грех смерть, око за око. Либо просто прощение. Потому что ты человек. Из ничего что-то делать не умеешь. Все, что ты, ты можешь делать, из чего-то что-то, творить, из того, чего Бог все сотворил, это да, ты можешь. Поэтому Господь и сказал первому человеку: возделывай и храни. Возделывай и храни. Все, что нужно было первому человеку, вот с этой земли подняться на небо. Нужно было, что такое возделывать? Что означает это слово символическое, сказанное в первой главе книги Бытия, во второй главе, где Господь дает заповедь первому человеку. Заметьте, он не Адаме с Евой, а первому человеку дает. Любить, учись любить, учись творить добро и храни это. Что сделал первый человек? Сотворил зло, естественно, еще и захотел это все сохранить, закоснеть в нем, не покаявшись. Поэтому, чтобы подняться обратно с ада на землю, человек, ты из ничего что-то делать не умеешь. Все, что ты можешь, чтобы подняться из ада, вернуться в Адамово состояние, которое ничем великим еще не является, это норма. Вот этот ноль, который ты, на котором ты появился на земле, дал тебе Бог. Ты еще поднявшись из ада, ничего великого не сделал. Ничего ровным счетом. Ты лишь вернулся в то состояние, когда ты сотворил зло и решился не делать его больше. А может быть даже пожелал исполнять заповедь Господню, возделывать и хранить, любить все Божье творение. Вот о чем говорится в Писании. Все места, я не стал их сегодня собирать. Я специально пишу эти ролики на проповеди в свободе слова. Если вы хотите убедиться в моих словах, если вы настолько слепы с ожесточенными сердцами, не способны сами читать Евангелие, я вас всех приглашаю на канал Христалю, Библии и чтение иных писаний. У меня записан целиком Новый Завет. Все места, которые там встречаются, вы не просто их подменили, как я говорю, извратили Писание. Я очень часто употребляю такие слова. Но вы даже с этими местами, вы даже этого не сделали. Вы просто закрываете глаза, когда их читаете. Вы не хотите знать правду. Вы думаете, что вы спасетесь слепотой, слепой ложью? Нет. От того, что вы закрыли глаза, солнце не пропало на земле. От того, что вы в землю себя закопали заживо, солнце не пропало от этого. Ни небо над головой. Нет. Этих мест переизобиловано в Новом Завете, в Евангелии и в посланиях апостолов. Вы просто обманули сами себе и сейчас до сих пор продолжаете обманывать, как я только не общаюсь с протестантом. Это закваска какого-то халявного спасения из ада в небесное царство сразу. Это чушь собачья. Никогда Господь и Бог наш, Иисус Христос, во плоти, явившийся на землю, не говорил о том, что царствие небесное человеком получается, и он туда попадает посредством веры. Вы ошиблись. После моих слов, пожалуйста, это же постулат и фундамент вашей лживой веры. Перечитайте Евангелие сначала, даже то, которое дошло до нас с извращениями, с искажениями, с ложью. Перечитайте Евангелие на предмет того, как человек попадает в небесное царство, как он достигает святости и совершенства только делами. Делами любви ко всему, ко всему, Божьему творению, которому он дает жизнь. Если вы эти жизни забираете, животных, людей, если вы творите зло, унижаете, оскорбляете, обижаете, грабите, насилуете. Отнимаете. Только делами. И если вы наоборот даете, помогаете, спасаете, благословляете, таким образом вы попадаете, Господь говорит, в небесное Царство. Все места, вот то, что вы сегодня от меня услышали, пересмотрите все места, и вы увидите что на халяву дается. Точно так же, как эта жизнь. Что ты можешь дать Богу за свою жизнь? Разве ты что-то дал ему наперед, когда он дал тебе дыхание и все? Разве ты, когда он тебя будет воскрешать, да? Вечно воскреснут все, как же вы не поймете. Это не, это не участь христиан, это участь всех людей. Разница между христианами и нехристианами, что они воскреснут в нетленной, в бессмертной плоти, лишь на тысячу лет раньше всего мироздания, всех остальных грешников. И то, как выясняется, когда воскреснут все, там будут не только грешники. Там будут и праведники, но не в Иисуса. И Господь их будет ставить точно так же, этих праведников, по правую сторону. После тысячелетнего царства великого, дня и страшного Господня суда, как его называют, когда вся земля будет уничтожена со всеми делами на ней. Учись верунов во Христа. Только та разница от неверунов, что они просто это воскреснут на тысячу лет раньше и также будут судимы за свои дела. Все, вся разница. Поэтому это все дается даром. Ты ничего Богу ни за эту жизнь, не хоть еще тысячу раз ты в эту, может быть, приходишь, как Иоанн Креститель, мы видим, Иоанн Притеча, не раз пришел. Иоанн и Илии – это одно лицо. Неважно, сколько раз ты на эту землю приходишь, Бог якобы тебе дает жизнь, и в начале жизнь тебе вообще дал, как сущности, как человеку. И когда ты воскресать будешь по новому бессмертному нетленному телу, «Да, это на халяву. Да, это просто так. Ты ничем это искупить, ты ничего Богу дать не можешь. Это бесценный вечный дар, да. Это теряемое спасение, как хотите, как протестанты там любят, говорят. Но оно всем будет дано, невелико дело. Всем. А вот каким ты будешь, это зависит целиком от тебя». Я хочу вам напомнить, так все равно, то, что мне быстренько перед этим словом, перед этой проповедью пришло, так из Евангелия, я говорю, не читая. Когда Господь рассказывал притчу о богаче Лазаре, разве Лазарь, нищий Лазарь, нищий человек, пролежавший у ворот некого богача, который целыми днями ел, пил, веселился, одевался в дорогие одежды, естественно, и ничего никому не помогал. И оказался за это в аду, в пламени огненном. Разве его тот нищий, который лежал у ворот, вы мне не подскажете, он в царство небесное попал? Нет, написано в лон Аврамова. А знаете, что такое лон Аврамова? Так вот оно, мы на него с вами только что смотрели. Вот оно. Это рай. Лон Аврамова. Рай, который был, в котором был поселен первый человеке. А вы не подскажете, какими добродетелями прославился этот нищий э, Лазарь? Он что-то великое сделал? Я вот просто не припомню из притчи. Да я, конечно, юродствую, все и помню. Ничего великого он не сделал. Его опять величие, что он не богохульствовал, будучи в этих, не роптал. Как в Ветхом Зате? Не-не-не-не-не. Мы даже не видим его хвалящим Бога в этих язвах. Потому что вы, поэтому вы не можете сказать, что он благодарил Бога. Он, он никакого добра мы не знаем. Он не делал зла, это очевидно. Мы не видим от него никакого зла. Если вы, конечно, добром назовете, что собаки с него гной слизывали, или, я не знаю, он их кормил, извратить можно все. Нам очевидно, Господь рассказал очень правильную притчу. Это обычный человек. В нем ни плохого, ни хорошего. И есть плохой человек, он в аду, да. Этот человек достоин ада, у него были все возможности. Рядом вокруг него были нуждающиеся люди, нуждающийся человек, и он не помогал ему, этому человеку. Он достоин, да, пламени огненного. Нищий Лазарь утешается на лоне Авраама. Но он не в небесном царстве. А разбойник, который висел с Иисусом на Христе, не подскажете мне, какими добрыми делами прославился? Может, я что-то не помню? Может, он что-то на кресте там сделал доброго, и я подзабыл? Напомните мне в комментариях, я буду очень благодарен. Вразумите мое невежество. А не вспомните, я вот что-то подзапамятовал, он в небесное царство пошел. Да нет. Насколько я помню, Иисус сказал, ныне же будешь со мной в раю. И в небесном царстве. Он покаялся. Он тоже вошел в рай. То место Адама и Евы. Он понял, какое г. он был. Сколько беззаконий, зла, слез, страданий принес он окружающим людям. Он раскаялся. Он говорит, Господи. Помяни меня, придешь, когда во царстве твое. Но он ему говорил, что ты будешь со мной только в раю. Бог всячески во всем. Бог проницает все. И Бог везде. Как мы есть прекрасные слова в псалмах. Неважно, там Давид, не Давид. Там разные авторы. Вы прекрасно это помните, кто со мной уже, кстати, их на, данный, на, на день выхода этого ролика слушает на канале Христалю Библии. Куда сойду? В, при, в глубины преисподней. И там, и там ты. Бог везде, естественно, и в раю Иисус. Иисус везде, Иисус все проницает. Бог все сотворил, все, что есть, видимо, невидимое, создал Бог. Он ему не сказал, что ты будешь со мной в Царстве Небесном. Он его недостоин. У этого человека не то, что локоть по локоть в крови, он по уши в крови, это очевидно. Он сам своему подельничку говорил, что мы с тобой, вися на кресте, достойные наших дел принимаем. Достойные. Он что-то доброго сделал, он раскаялся. Он раскаялся. И точно так же, как Адам с Евой остались бы в раю, и смерть бы не вошла в мир, точно так же мы возвращаемся туда, когда каемся. Но это только ноль. Мы, когда покаялись, я вам, я вам специально набросал живые жизненные примеры, вот этот разбойничек, он кому мог вернуть жизнь? Каким родственникам? Слушайте, да пусть даже он бы вернул ее через пять лет, допустим, ту же самую квартиру. Вот, вот а, какие-нибудь финансовые аферисты сейчас кого -то только нет, да, по квартирам ходят. Пусть вернул бы там, Переписывает документы, обманывает людей. А те пять лет, допустим, через которые, может быть, умудрился бы как-то там заработать, провернулся на хорошую работу, устроился, я говорю, не обманом, естественно, иначе он таким же остался. А пять лет эта бабушка неизвестно где скиталась, может быть, там приходилось, да, терпеть все без квартиры тяжело, естественно, где бы. Может, она жила на помойке все эти пять лет? Да, потом он ей вернул. А кто ей вернет эти пять лет? счастливой жизни, которую она провела в несчастье на помойке. Кто ей, он ей как возместит это? Я говорю, на тот же протез, может он накопит через 10 лет, а то, что человек этот потерял работу, возможно, красавицу, жену или красавица мужа, став инвалидом, да? Друзей радость жизни, которую он мог себе позволять, хотя бы просто гуляя и созерцая Божье творение, купаясь, веселясь, еще что-то каждому свое, кому что нравится. Как ты вернешь? Ты можешь вернуть время? Ты можешь вернуть счастье человеку? Нет. Разве такие люди попадают в небесное царство? А они что-то сделали по заповеди Иисуса? Вы знаете, тогда Иисус сам себе противоречил. Вам не кажется, что то, что говорю сейчас я, очень-очень прямо друг другу соответствует? А вот то, что несут эти религиозные секты, они сами себе противоречат. Они делают так, что Иисус сам себе противоречит. Зачем тогда понуждать себя? Зачем? Фу. Вон разбойник вошел. Я... Куда он вошел? Он вернулся в рай. Он попал на лон Аврамова, как хотите. Все это одни и те же слова. Да, человек вырвался из этого. Я говорю, я вам, видите, много картинок нарисовал. Давайте все их пополам поделим. Да, ты из этого ада вот сюда попал. Ну и что? Это только ноль, это только черта. Это еще ничего. Вот вам другая картинка, если хотите. От того, что ты вот здесь вот встал, не знаю как нарисовать, мне просто понравилось. Вот здесь вот. И смотришь вниз, и вот так вот. Фух. Слава Богу! Слава Богу! Оказывается, покаялся человек. Даже перед смертью. Представляете, он не оказывается в аду. Представляете? Ты убивал? И человек тебя прощает. Ведь ты будешь в аду, пока тебя... И человек имеет полное право тебя не простить. Ты угробил его жизнь или его родственников. Он справедливо требует, как, как вам в всем Писании написано, вы помните, когда Каина убил еще Авеля, кровь вопиет к Богу. А помните книгу Откровений, когда э, святые мученики будут выпиять э, под престолом Божьим. Да коли не мстишь нашим убийцам. Бог говорит, доколе да пока еще не наполнится. Есть плохие, есть хорошие. И что, подделить плохих от хороших? Вот я и попускаю все беззакония на земле. И представляете, человек-беззаконник, вместо того, чтобы гореть в аду, не горит нигде. Он не в Царстве Небесном. Он разбойник со креста, не сел в лимузин. Господь ни отец не сказал, что наденет его в троечку, как блудного сына, да, все, перстень наденет, все. А вы помните, что было с блудным сыном в, 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 это, в притче? Он вообще -то, после того, как он вернулся, да, Господь Отец ему вернул славу, так и человек возвращает себе славу первозданного человека. Ведь он был во славе. Это абсолютная, светлая, добрая, чистая сущность, отраженная не, то, не, не только являюсь его внутренней природой, но и внешней. На нем все это было. О, они же были наги и не стыдились. Да, блудный сын возвращается домой к отцу. Я жалко эту картинку говорю: я все не могу картинки вам подобрать. Я и так сколько успеваю: видите, открываю много это вам кажется ерунда. И все еще надо это запомнить что куда потом тыкать. Я вот по ходу, конечно, у меня я ролики не монтирую, все видите в живой записи. Максимум, что сейчас я позволяю ставить на паузу, потому что появилась такая функция в этой чудной программе живой записи. Разве он, он же был лодарем, он же хотел грешить и ничего не делать, взял, растратил отцовское имение. Ты, ну, пожалуйста, ты заработал, иди, отец, иди на все четыре стороны, иди, блуди жри эти свинячьи рожки, а он у отца, видишь ли, имение попросил. Оно тебе вообще не принадлежит, ты его не зарабатывал. Наследство это дар. Так он и это, простите, я скажу, прямо просрал. Возвращается, и отец опять ему все дает. Но это разве царство небесное? Разве не написано в, кри... в плечи о блудном сыне? Вы знаете, почему я с такой смелостью говорю? Потому что я дословно знаю Новый Завет. Вы проверяете мои слова? Разве потом не написано, что повеселившись, как и написано, что радость на небесах об одном грешнике кающемся? Разве этот человек не будет? И разбойник э, вот на этой черте, вот здесь, на последней ступеньке ада стоя, и, и на первой ступеньке вот этого вот рая, вот я, я говорю: я надеюсь, вам все это видно, я рисую. Разве человек вот здесь, очутившись вот здесь, зная все свои беззакония и блудный сын, который пришел, что он попросил у отца? Он разве попросил сыновьего его достоинства, он сказал: Господи, вот сюда меня поставь вот на эту вот ступеньку. Я там в аду. Я жру нечеловеческую пищу, а свинячьи рожки, живу в помоях и сплю в хлеву. Дай мне хотя бы вот эту вот ступеньку возделывать и хранить, быть хотя бы человеком в раю, трудиться, потому что слуги в доме нашем моем когда-то. Едят и пьют тоже и веселятся, но это, правда, слуги. Бог любовь, ты мой сын, будь сыном, одел а обратно, дал перстень на руку и что написано, и стал сын трудиться в доме отца. Он получил урок, получил, он вернулся, вернулся. Или вы думаете, он опять э, через два дня задрал ножки на диван? Так вы думаете, да, было? То есть он урок не понял. Это тот, кто пришел проситься хотя бы в слуги, в дом собственного отца. Вы думаете, он потом не пахал? Я думаю, что он пахал потом, как папа Карла, как это говорят. Пахал, как папа Карла, и переплюнул даже своего старшего брата, познав этот урок и познав, что Любовь своего отца. Но любовь отца не может за него вечно батрачить. Он упростил, пожалуйста, сынок, все тебе, одежда, перстень, а вон там лопатка, вот там грабли, вот там посох, вон там это, иди стережи овечек, иди паши на поле, иди, сынок, работай. Он не может за него работать. вы думаете, я додумаю между слов, а не он ли пришел служить? Уж когда отец ему еще такое, у меня, честно, сердце, вы знаете, я думаю, что вы по голосу слышите, когда у меня уже комок горлу подходит. Когда отец ему оказывает такую любовь, вы знаете, я думаю, он даже этот перстень снял и халатик надел на себя пастушечий этот как их там называют, -то, я не знаю, плащаницы эти какие-нибудь, ну как в древности, я уже забыл, мантии эти, да, и пошел работать. Вы думаете, тот, кто шел работать, лег на диванчик после такой любви? Он даже не, он просить пришел о том, чтобы быть слугой, а отец его сделал снова сыном. Как вы думаете, что, что этот сын стал делать? Так, по-разному другую тему переходить, а то я сейчас разревусь. Так о чем идет речь? Еще вам слайдик. Они все одинаковые, просто так вам, для разнообразия, картиночка. Так что, Евангелие это спасение по вере? Разве Иисус учил спасению по вере? Ответьте мне, протестанты, разве Он этому учил? Почему вы все свое лживое. Ведь... Ведь вы сами не идете и другим не позволяете войти в это небесное царство. Ваше лживое учение никуда вас не идет. Вы хорошо, если вы где-то вот здесь. Знаете, как полно фильмов там в аэропорту застряли. Он и улететь не может. Есть какой-то фильм, помните, я его даже не помню, смотрел или нет. Он там в этой зоне что-то пропал. Э, как она называется? -то? Давно не летал. Недавно я за границей всего раз был как это, ну вы поняли, да, короче, уже не в этой стране и не в той, какой-то фильм, я его просто, по-моему, даже не смотрел, только трейлер видел, и человек там все, и залипает. И он, по паспорт там потерял, да, и он не мог никуда, он не мог ни вылететь, ни обратно перейти это заграждение. Какой-то американский, не знаю, с кем, я уже забыл, но ну, известный актер, известный фильм. Вот вы вот здесь вот залипли. Вы в небесное царство не идете. И я говорю, это хорошо, если вы в не потому что Господь сказал, что в принципе с теплохладными изблюю таких из уст моих. И те, кто один талант, завернули в платочек, спрятали в землю Иисус разные притчи, похожие или не похожие, рассказывал. Таких во тьму, вы обратно туда вот-вот свалитесь, вот сюда вот. После того, что я вам сегодня наговорил, вот это все, я говорю, видите, они одинаковые, поделите это пополам перечитайте Евангелие по-настоящему. Ваше лживое учение, оно вас не спасет. Не спасет. Вы, наверное, много видели в интернете подобных картин. Посмотрите, это же протестантские картинки. Они идут по кресту в небесное царство. Вам не кажется, это даже, даже сама картинка, она не отражает Евангелие. Она мне лично она мерзкая и противная. Они идут по кресту в небесное царство. А где вы такие слова находили? А вы знаете, мне прям вот, когда я этот ролик только готовился, кое-что посматривал, а вот такую я увидел, прям, прям мне Бог на глаза послал. Еще, еще более мерзкая. Ладно, там хоть деревянный крест. Вот, Это Отли... эта картинка идеально изображающая учение протестантизма. Все, вся эта их чушь, когда начинают там дела следуют за верой. Чушь собачья. Я с вами общался, переобщался уже очень много. Я вас в деле видел. Человек, у которого нет мировоззрения, стремления к совершенству во всех делах. И это жизненная позиция всех людей на земле. Всех теплохладных. Людей, которые нет никаких амбиций. Он сидит ровно, его ничего в жизни не интересует. Эти люди ничего не добиваются. Я, кстати, ту притчу, что подоборвал, да, я начал притчу о семени. Вы все помните? Они Иисус ли рассказывали, что одни вообще сгниют и даже, ой, сначала приняли, приняли, я на этом семечке остановился, да, вы помните? Солнце, чуть-чуть камешки, чуть ветерок и все. Фундамента нету, вот нормальной веры и сразу сдуетесь. А есть где заботы, вот как, вот если у вас нет такого устремления, вы спасены, у вас заботы, дела, вам некогда до святости никакого дела. Вы из Ада выбрались, вроде как пить, курить, грешить перестали сильно кого-то обижать, и думаете, что вы в Царстве Небесное попали, ничего подобного. Вы ничего туда не собрали. Иисус призывал, хотите, приказывал, как Господин, собирать. Продать все и раздать нищим, только тогда ты будешь иметь сокровища на небесах. Они что? Они у него по голове, как я. Я все время говорю, что они у него на горбу. На кресте, на этом на горбой просто похожие картинки найти не могу пока. Уж сколько лет прошло. Вот сегодня это попалось. Очень похоже. Именно этот... Вы думаете, кто это рисовал? Ну, явно не Кузнецов. Я вот это считаю просто за богохульство. Вот и все. Просто отречение от Евангелия, в, в, вот в этом, в художественном виде. Нарисовано, может, и хорошо, я не супер художник. А вот это, вы знаете, я часто показываю. Это, кстати, православная, по-моему, но она не икона. Иллюстрация, причем, по-моему, я не знаю, в каком веке рисовали, на наших крестьян похоже, российских, но ну, не российских, неважно. Идеальная картинка, я всегда показываю. Она соответствует Евангелиям, да, она полностью соответствует словам Иисуса. Когда что? Петр сказал, не надо, не надо. Не будет этого с тобой, когда он им впервые за несколько недель, наверное, максимум до своего ареста стал открываться, когда они его вроде как стали признавать мессией, и он им сказал, что мне должно как мессии не сидеть на троне и не попивать венцо в этом земном царстве. Нет, а должно пострадать много, быть уничиженному, судимому, распят, бичеванному, распятому и воскресшему, правда, в третий день по Писаниям и вознесенному. А ты отойди от меня, он ему говорит, Петру, который стал по-человечески его от этого отговаривать, креста. И повернулся и сказал всем ученикам, написано, а кто хочет следовать за мною, отвергнись себя. Я вам дословно цитирую. А знаете, почему мне так легко Писание цитировать? Потому что я живу им. Вы не живете, вы никогда это не цитируете. Это не ваше Евангелие. У вас Евангелие Кальвина, Лютера, Цвингли, святых отцов у православных. А это их не отцы, такие же святые, иначе бы они не жили по этому бреду. Возьми крест свой, возьми крест свой, не на мой горб садись. Ну, в принципе, эта картина достаточно говорящая, достаточно. Разве там я горбом называю? Ну, понятно, у нормальных людей горб нет. Но вы знаете, все это говорится в образном смысле, потому что он на этом месте вырастает. Прям по горбу Христа идут. Разве Иисус этому учил? Вот то у того, кто рисовал эту картинку. Я, кстати, думаю, что он, в принципе, с одной стороны, не искренне богохульничал. Но вот эти вот лживые протестантские закваски уродуют человека. Они по горбу Иисуса Христа идут в небесное царство. По горбу. По его кресту они идут, по горбу. Тут просто креста не хватает, на котором он висит. Очень хорошо бы было все сюда добавить, наверное. Нет, такого Иисус нигде. Вы подобными стихами никак, никогда эту картину не опишете. Эта картина никогда не опишет стихов из Евангелия. Вот эта картина, слава и хвала тому человеку, который ее нарисовал. Он ее рисовал по Евангелию, да. Потому что эти слова говорил сам Иисус. Эти слова говорил апостол Петр. Что если мы страдаем за добро, что тут такого-то. Все страдают. А вот когда за добро страдаете и терпите, глядя на подвигоположника Иисуса Христа, то вы все верно делаете. Ибо Он, говорит, пострадав, завещал нам идти по стопам Его. Первое послание Петра. Иисус говорит отвергнись себя, ты, ты, не я за тебя. Ты должен отвергнуться греха, отвергнись зла и сотвори благо. Этот псалом все употребляли, все, и Петр, и Павел. В деяниях у кого-то, по еще там есть. Уклоняйся от зла и делай добро, отвергни себя и возьми крест. Крест – это дела любви, до которой еще, за которой тебе еще и достается. Это дела проповеди, милосердия, благочестивой жизни, неубийства животных и их защиты и прочих, прочих, прочих. Это радости по жизни, это веры в вечную жизнь. За все тебе будет доставаться. А ты иди, Иван, следуй за Иисусом, неся свой крест. Ибо когда придет Сын Человеческий, я на этом не остановлюсь, я целиком доцитирую да Иисуса Христа. Восславь Отца со тьмой святых ангелов, тогда воздаст каждому по делам Его. Не по вере, по делам. А когда там Иисус будет во славе Отца идти и Небесного Царства, этими ангелами, разве это не первое пришествие Иисуса Христа? А кому там по делам будет воздаваться? Разве будут грешники в первое, во второе пришествие Иисуса Христа в первое воскресенье? Разве не христиане будут воскресать, а некоторые изменяться, как писал апостол Павел, и как Потом, я не до конца еще доцитировал, я доцитирую. «Ибо есть стоят некоторые из вас здесь, которые не вкусят смерти, как увидят небесное царство, идущее, пришедшее в силе». Разве в первое, пришествие, в первое воскресенье, во второе пришествие Иисуса Христа, разве будут грешники воскресать? Неверующие? Не Нет. Воскреснут все веруны. И дела обличат. Верунов деятельных и верунов диванных. В принципе, я заканчиваю час достаточно. Я, общ... я не знаю, как еще с протестантами на каком языке. Вы... Я вообще ладно, правда, хоть извратили, как вот извратили, много чего в Библии и те, кто фанатики переводов хотя это далеко не истина, упираются в стихи, в слова, там, в буквы, которые нам приписали, извратили, где там, где еда, везде мясо понаписали. Слушайте, это даже не извращено. Я думаю, слушайте, вот вы сидите в своих этих собраниях, сборищах сатанинских, я по-другому назвать не могу. Вы сами ничего не думаете, вы сами ничего не хотите, других этому учите. Вы же поймите, грех на вас лежит не только, что вы сами этого не делаете, мы же, как Господь сказал, чем живешь, тем и светишь. Вы сами не делаете. Ты сам не стремишься к совершенству. Ты сам по горбу идешь Иисуса. Естественно, на тебя глядя, думают, что и все идут. И другие начинают идти так же. Только идете вы, то картинку надо перевернуть шиворот на выворот. Если бы я мог рисовать хорошо, я бы ее обратно зеркально нарисовал бы, что они в другую сторону идут. Эту картинку, это опять, в принципе, иллюстрация богача и Лазаря. Я, потому что у меня там нету, я еще раз всегда, я очень громкий, специально, почему я даже не на Иисус во словах тех сегодня тоже достаточно, и вот этой речи очень сильной, это центр Евангелия такой, кто знает, хотя там, а он прямо по центру, это 16 легко даже запомнить, это 16 глава Матфея Луки, 8 Марка, где один и тот же этот эпизод, кто помнит, потом они на гору зашли, Господь им открылся, там все это, это большой эпизод, его надо неразрывно читать, вот, где его мессии признают, и он им открывается. Это достаточно, я говорю, такой, как центровой, я очень люблю. Но для протестантов я специально всегда Привожу слова апостола Павла из первого послания к церкви, основ, отцом-основателем, который сам он являлся. Ибо в первом послании, в первых главах так и говорит, это я родил вас во Христе. И если в первом послании, в первых этих же главах, он тоже самое, с первых четыре главы, где он говорит о разделениях, плачет о них, да, я Павлов, я Кифов, я Аполосов, я, я Христов. Он говорит, разве я за вас умер? Или еще кто-то не Христос ли? Да? И там же говорит и о суде, о том, что каждый получит по делам своим, ибо Бог будет судить, причем сначала церкви. Но если там еще можно извратить, где он рассказывает, что слава у людей будет разная. Более того, что у тех, кто будут как головня из огня, как он говорит, спасется, потому что дело, говорит, каждого испытуется огнем. У кого, у кого из золота, ну, золото в огне только очищается, серебро тоже, но металл подешевее, у кого из драгоценных камней, и не золото, и не серебро тоже прекрасно, а у кого, говорит, из дерева, у кого из соломы, говорит, ну только это все сгорит. Говорит, да, сам спасешься, но так как бы из огня. Вы знаете, у меня никак не получается, я попытался сейчас тоже, но втор, картинку говорящую найти, вот максимум, и причем культурную какую-нибудь, цивильную, поэтому я решил опять взять просто эту э, иллюстрацию к притче о нищем Лазаре и богаче. Но когда читаешь его второе послание, Карин, я говорю, слушайте, раз вы так опираетесь на апостола Павла, второе послание, это, вот я говорю, это на всю жизнь можно запомнить. Давайте я покрупнее сделаю, что у вас прям текст был, смотрите, как крупно на экране, чтобы вы никуда больше не обращались. Это второе послание апостола Павла к Коринфянам. Пятая глава, с 1 по 10 стих. Вы знаете, как я сам терпеть не могу, когда выдирают из контекста. Перечитайте хоть целиком послание, мне нечего бояться. Я знаю, что то, что я буду говорить, есть истина. И это не два-три слова, как построены все проповеди. Это, в принципе, достаточно законченный кусок. Я говорю, просто, пожалуйста, вы же понимаете, что это за пятая глава, то впереди есть четыре, а так во втором послании тринадцатую еще за ней еще семь глав идет. Читаем, что пишет апостол Павел. Ибо знаем, кто меня давно слушает, конечно, уже все это сто раз слышал. Ну, лишний раз не будет, может быть, с кем-то поделится. Ибо мы знаем, когда наш земной ⁇ это дом, это хижина. Он эти кожаные одежды, которые в, первой, в третьей главе названы. Он здесь называет хижина, да. В, первой главе, э, в первом послании назвал храмом. Здесь, а может, и здесь он храмом назвал. Неважно, вы же понимаете, это синодальный перевод. Уже как нам перевели смысл об одном и том же. Он говорит о смерти этого тела. Кстати, это я там еще тоже неполно привел цитату Иисуса. Вы помните, тот, тот, ту, ту Его прямую речь. Специально тренируюсь по памяти. Но там Иисус и говорил в той же самой речи, о которой я буквально 5 минут назад говорил что кто возлюбит эту жизнь, когда он про кресте говорил, эту земную жизнь ради небесной, испугается, будет ее беречь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, не побоится потерять ее, тот обретет благую вечную жизнь, благо бытие. В другом Евангелии он еще и прибавляет, кто постыдится меня, того постыжусь и я перед Отцом Небесным ради меня, ради меня Евангелия в разных там, помните, Евангелиях. Имени моего, меня, Евангелие, там одно Евангелие, другое дополняет, синаптическое. Ибо мы знаем, что когда земной наш этот дом, этот хижина, неважно, наш дом, хижина, я говорю, кто там знает, как они там перевели все эти слова, дом, может он говорил, храм и хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Заметьте, дом и дом. О чем говорит Павел? Он домом что называет тело. Вот это вот прям самое внешнее грубое тело. И оно будет у человека по воскресенье, да. Это тело небесное, так скажем, да, с небес. Это, это бессмертное, вечное тело. Как сейчас вот это смертное, вечное и, и, и бренное, страдательное, и стареющее тело, и болезнющее у всех есть. Оно всем даром дано и грешникам в том числе. И по воскресенье этот дом, эта хижина, когда это смертно разрушится, дастся человеку бессмертное. Да, но это лишь тело. Это лишь тело. Это природа. Это просто сущность бытия, чтобы мы могли друг друга никак не видимки, невидимки, а вообще как-то видеть. Поэтому у нас есть грань между видимым и невидимым у каждого. Это и называется телом. Да, это будет каждому. Павел, я, я говорю всегда аминь. Мне говорит, ты все отрицаешь Евангелие. Нет, родные, я вашу чушь отрицаю. Я отрицаю ложь, которая ведет человека не туда. От того мы и воздыхаем. Ну, кто не воздыхает в этой жизни? Одни болячки, скорби, да еще и смерть всем грозит. Конечно, мы воздыхаем, желаем облечься в наше небесное жилище. Так, ну это, ну, кто не мечтает? Ну, правда, я говорю, такие христиане у нас, что поговоришь с ним, он в, бессмер... в бессмертие не верит. Думаешь, какой ты вообще христианин? В другом месте, вы помните, Павел так и напишет, «Моя жизнь Христос, а смерть – приобретение». Потому что он уповает облечься, естественно, он верит в воскресение Христово, в этом новом, вечном, небесном, несмертном, нетленном теле. Да. И мы все. В 15 главе 1 послания он будет доказывать это, потому что в церкви, которую он сам являлся отцом-основателем, которую насадил в Коринфе, уже его же ученички будут проповедовать, что Иисус не воскресал, и никто никогда не воскреснет. Ешь, пей, веселись. 15 глава первого послания посвящена защите вообще вечной жизни. До чего докатились. А что же Павел пишет дальше? От того мы и воздыхаем, желая облечься в наше небесное жилище. Самый центровой стих, на который обращаю внимание. Только бы нам и одетым не оказаться ногими. Павел противоречит Иисусу вот здесь. Во-первых, он противоречит сам себе, потому что ту ахинею, которую протестантское учение несет в мир, никак не соответствует. Тогда Павел сам себе противоречит. А вот Евангелию это абсолютно совпадает. Потому что когда Иисус рассказывал эти притчи, да, он и говорил, что зернышки разные. И то, что Иисус взял три вида зернышка, и, и, и которое дало плод, да, одно растение было украдено вороном, дьяволом. Одни растения из-за так, верю, не верю, не знаю, хочу, не хочу жить по Евангелию. Завзябло. Третье из-за внешних всех похотей, желаний, суеты, да, нежелание. Ну, а все одно и то же. Нежелание жить по Евангелию. Неважно, что заросло, чем это, это семечко тоже умерло, а вот которое дало плод, ну от того, что Иисус не сказал одно. Вы знаете, есть, вот я на, на огороде растил, кто меня знает, у меня даже ролики есть. Вы знаете, бывают такие кутылые растения, максимум с него один плод вообще можешь собрать. Вот не пошел он и все, оп, оп, и как-то кустик загнулся, один огурчик вылез и все, почему-то не стал развиваться. Бывает на дереве одно яблоко, я такой сам видел. Хотя бывает, вы знаете, оно увешно аж сгибается. А то, что Иисус не стал от одного до ксиксилиона перечислять, Иисус дал образ. Это же притча. В притче еще полно символов. Естественно, она укорочена. Она как это, в потенции рассказывается. Иисус сказал, ну, хотите, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, до тридцати, от тридцати, один, два, три, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, до шестидесять. Слава у всех разная. Иисус говорит, каждая семечка приносит разный плод. Разный плод. Павел в другом месте будет писать, что звезда от звезды – разница во славе. И солнцу от луны – разная слава. И у луны от звезд – разная слава. Ну, даже каждая звезда от звезды – слава разная. Слушайте, неужели вам земного образа недостаточно? Посмотрите на нас, всех живущих на этой грешной земле. Но у одного есть все. И не надо говорить, что мы этим людям не завидуем. Машины, квартиры, деньги, отдых, развлечения. Все, как писал Соломон, все, что не пожелает моя душа, куда пойдет мой глаз, мой взор, все мне доступно, все мне позволено, всем я обладаю. Кто этого не хочет? Все хотим. Не надо говорить, что в небесном царстве вы готовы. Я, в принципе, этой картинки достаточно, то, что я показываю. Я говорю, может быть, я что-нибудь когда-нибудь подберу. Не надо мне рассказывать, что вы готовы в небесном царстве вот такими вот ногими лежать. Ну, я говорю, может, они не совсем соответствуют, тут он еще больной, собаки, тут у него эти струбки лежат. Смысл понятен: есть в Царстве Небесной люди во славе, которые трудились, которые собирали. Представляете, какой ужас. Оказывается, невестное царство не на халяву дается. У протестанта, наверное, сейчас голова взрывается. И что ж мне потрудиться надо? Представь себе, да. Ты вернулся в отчий дом. Представляешь, ты вернулся не для того, чтобы лечь там. И то здесь вот картинка, я говорю, неправильная. Я говорю, я, может, когда-нибудь говорящую найду картинку. Там, конечно, этот богач развалился, потому что там притча другой. Я пока не смог лучше подобрать. Может, кто-нибудь мне сможет что-нибудь. я сам рисовал, вот тогда бы были бы все картинки говорящими. Но обделил Господь талантами. Если вы такого сына блудным представляете, то я нет по притче Иисуса. Он шел трудиться, уже думая даже, что он готов слугой трудиться. Уж тем более, когда отец оказал ему такую любовь. Я думаю, что он из кожи вон лез доказать отцу, то, что он его теперь, что он любит отца. И теперь он будет батрачить, заботиться о своем отце и даже о брате, о всех на свете, потому что понял, что такое растраты что такое нелюбовь. И что такое любовь у вот всех тех, кто, наверное, тогда его окружал, вы помните, когда он там эти деньги разбазаривал. А потом все пропали, наверняка. Мы ну, все это с вами знаем. Вы хотите в небесном царстве быть голыми? Если вы так, я херу, всегда утверждаете, пожалуйста, сейчас мобильник у всех, выйдите на Красную площадь, не для меня, для себя, разденьтесь до гола. Я посмотрю, как вы от стыда сгорите. Павел, не это ли пишет? У меня горела один раз баня. Я знаю, что это такое, когда горит баня. Вот, где Павел в первом Коринфянам рассказал, другой образ, да. Что спасется, ну так как бы из огня, да. Всякое дерево, де, дело проверится про из дерева, соломы, да. И сгорит, да. Ну спасешься, так как бы из огня. Вы хотите в небесном царстве быть? Я помню. Сам голый, в трусах только в одних, пожарники понаехали, полиция, милиция, соседи, все глазеют, ты задрог. Ноябрь месяц хладрыга была на улице, в банке-то было хорошо, только когда пришлось ее тушить, непонятно чем, там все коротит. Чувства были несприятных, я потом в ванне еще час откисал, всего трясло. Вы хотите такого спасения? Вы спасетесь, поверьте. Голыми вы окажетесь в небесном царстве, голыми. Может, она и неплохая картинка. Иисус говорил: кто, кто будет со мною, тот будет со мной пить небесное вино в небесном Царстве. Там, может, не самая плохая картинка. Что там идет? Пир. Настоящий пир Иисуса со своими учениками. Вы думаете, мы дочитали? Мы только начали. Ибо мы, находясь в этой хижине, читаем дальше. Павел как переживает, вы смотрите, только бы нам од... и одетыми во что, вот в это небесное жилище, не оказаться ногими. Я говорю, то, что Павел здесь не добавил, тут и так. Я, я раз, один раз я общался на эту тему с одним протестантом, с проповедником, и я понял, что он готов все извращать. Я каждое слово веду вот так. Он, конечно, к стене, как слезняк, при, прижат, но они готовы извернуться, как говорю, правда, я почему слезняк назвал, не хотя обидеть, а правда, как говорят, тут его невозможно при... Нет и все. Нет и все. И хоть по делам каждое слово готово. Лишь бы свою вот... Ему не важно, правда ли ложь. Вот он поверил в ложь, ему удобно и все. Ибо мы, находясь в этой хижине, конечно, мы все воздыхаем, кому 70, а 80, кому 100, кому 50, неважно, под бременем, потому что не хотим совлечься. Он говорит, мы не хотим просто подохнуть. И здесь Павел не просто так об этом пишет, я же вам напомнил, если нет, прочтите первое послание коринф ну хотя бы 15 главу, как оказывается, в церкви, которую Он насадил. Да, кстати, кто последовательно смотрит, вы что-то что ролик смотрели. Иисус не воскрес, я записал. Но я там кратко тоже этого темы коснулся достаточно. Прочитайте целиком, прочитайте на Библии на, на моем канале. Сами прочитайте 15 главу первого послания. Он здесь и, и об этом думая, пишет. Вы же поймите, надо понимать все смыслы, все контексты. Он же этой же церкви второй уже в догонку послание пишет. Поэтому его эти слова абсолютно актуальны. О чем он говорит? Он говорит, как бы, говорит, мы не хотим просто совлечь, то есть подохнуть. Но облечься. Мы, христиане, мечтаем не просто подохнуть, умереть и все. Ешь, пей, веселись, а дальше черви съели. Нет, но облечься. Чтобы смертное поглощено было жизнью. Да, все, аминь. Это он вот пишет тем, которые уже стали это проповедовать. Что все там будем, и ничего дальше нету за порогом. На это самое бессмертие, на вечность, и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Вот что цитируешь им, прямо читаем, я говорю, залог Духа. Ты пока, родной мой, когда покаялся, ты на ноле. Ты на лоне Авраама, тебя Бог простил. Все, кому против кого-то делал, тебя простили люди. Ты получил второй шанс. Залог духа. Фу. Бог сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. И он при этом дыхание жизни согрешил. Залог духа тебе только дали. Залог. Как домоуправитель, Господь притча рассказывал, дал одному, одну монетку, две, пять, десять, двадцать, неважно. Ты это вернуть должен. Это только залог. Дух святой не твой, так скажем. Это только залог тебе. Бог тебе открылся, что любовь. Тебя стало распирать, кто знает, что такое покаяние. Ты покаялся, ты хочешь творить добро. Так твори его. Вот дела, как в книге Откровения прекрасно написано, дела их идут перед ними. Вспомните 15 главу книги Откровений, где описано, где вот именно святые идут на суд. Но это святые. Там так и написано, что именно этих людей, потому, почему, говорит, потому что дела их, святые, добрые дела, идут перед ними. Даже которые там типа мученики, что даже мученическую смерть приняли за добро. Залог духа. Нет никакого спасения по вере. Тебе сейчас дан только залог духа. Заложил Бог в тебе, дал взаймы. Как вы в залог, в ломбард приходите, даете, потом обратно забираете. Итак, мы всегда благодушествуем, что такое благод... радость души, благо души. Мы, мы счастливы от этого. Вот посмотрите на меня, я вечно улыблюсь. Почему? И как... И как знаем, что во в теле. Мы устранены от Господа. Конечно, Бог нас одел кожаные ризы, мы от него отстранены. Потому что Бог есть и сейчас всегда. И мы вот не видим. Мы живем в этом мире, который вот так вот разделен, покрыт кожаными ризами. Бог был, есть и всегда. И даже Иисус во плоти был, есть и всегда будет. Его Авраам видел, когда умер. Хотя это было за две с половиной тысячи лет до явления во плоти Бога человека. Да, мы вот и благодушествуем, ну и в то же самое воздыхаем, что в этом теле устранены от Господа. Ибо мы ходим верою, он говорит. И вот, вот вырвут слова. Мы ходим верою в то, что нам Небесное Царство даруется. Да Павел разве об этом здесь пишет? Мы ходим верою Евангелию Иисуса Христов, всему, а оно говорит, что понуждающий себя восхищает Небесное Царство, собирающий сокровища, там их и обрящет. И потому я и последние два стиха читаем каждое внимательно, каждое слово. Да имеющие уши меня протестант услышит. И потому, почему, вот по всему поэтому, потому что он только что написал, что ты можешь, воскреснув во второе пришествие Иисуса Христа, оказаться голым. И потому ревностно, раз, какие вот они любят эпитеты, стараемся, два, он мог просто написать, и потому стараемся. Он усиливает это слово. Господь говорит, всякий понуждающий себя усилием восхищает. Мало того, что надо восхитить, да еще усилием. Ревностно стараемся. Во дворя, если выходя ли, это о чем Павел пишет, в других посланиях более подробно, фессалоникийцам, и о том, о чем мы сегодня вспоминали, сказал Иисус, что не все умрут, но некоторые будут изменяться. Поэтому во дворя, если или выходя ли из тела этого смертного, или воскресая, здесь вот перевели, дворяясь это, и воскресая, либо изменяясь, как в другом местах, почему так перевели в фессалонкийцах, поэтому путаницы всякие, воскресая или изменяясь в его второе пришествие, когда наш жених идет с небес, быть ему угодными. Оказывается, Иисусу Христу угодным надо еще оказаться быть, представляете? А чем верую? Вот сорви опять. Как они не могли слушать, когда я читаю, они готовы оборвать и оборвать. Чтобы только дальше не читать, протестант, понимаете? Не читай дальше. Правда же откроется. Мое лживое мировоззрение разрушится в спасение по вере. Что пишет дальше? Все, десятый стих – это как гвоздь в гроб их него лживого учения. Ибо всем, в каждое слово, всем. Павел себя не отделяет, говорит, нам. Он не говорит, вам. Он не пишет язычникам. Это не проповедь благовестия. Это послание церкви, которая уже тоже неизвестно, куда катится. Он пытается ее в этот ад не позволить скатиться. Что пишет апостол Павел? Ибо всем нам, он себя, во-первых, нам, христианам, послание к христианам, не к язычникам. Я говорю, протестанты, услышьте меня. Нам, христианам, он пишет к членам Каринской церкви. Он сейчас не язычников пугает адама или раем. Нам, он говорит. И он не говорит вам. Он говорит нам. Он себя к ним причисляет. Должно, раз, явиться, два, пред, три, судилище, четыре, Христова, пять. Я говорю, слушай, ты вот слова эти читаешь. Это даже дошедший до нас, возвращенным в переписанном в с подлогами писанием. Знаете, что мне отвечают протестанты? Это будет премия «Оскар». Все, я, я не знаю, что ответить человеку больше. У него судилище. Тогда и, тогда и грешников будет суд, суд Божий. Тоже будет премия «Оскар». Здесь одни и те же слова. И какое слово-то страшное. Не суд, а судилище. Собрание церкви, помните, верных, и сборище сатанинское, как мы в откровении читаем, такие два диаметрально противоположных определения. И заметьте, суд Божий и судилище Христова. А почему так, такое слово строгое? А разве Петр не писал? Мы сегодня с вами, заметьте, всех по чуть-чуть вспоминаем. Петр разве не писал, что суд с дома Божий начнется? Не премии, Оскар. Не эти, как их называют на работе? Ну, премии тоже, да, на работе раздаются или награ... церемон... награждение, ну, премия, одно и то же, да, я пытаюсь разными словами, понимаю, что они все одно и то же, значит, вы все это знаете прекрасно. Разве Петр писал тоже там, вы помните весь контекст вообще первого послания апостола Петра? Он говорит, суд начнется с дома Божьего. Судилище Христова. Слушайте, и опять, я их на каждом, я, во-первых, пожую каждый момент, и говорю, это еще не конец. Это еще не... Они обрывают все. Нет, все, стоп, и начинают мне в судилище, что это премия, Оскар. Так, запятая стоит. Чтобы каждому, каждому, Павел себя не отделил, кстати, от них, получить, так, по вере? Нет. Соответственно, чему? Вере? Нет. Тому, чему? Вере? Как он веровал? Нет. Что он делал? Лал, так делал, оказывается. Как, где делал, когда делал, живя в теле. Слушайте, надо к Павлу еще дописывать, что на земле или это для тупых надо вообще. Я не знаю, что надо еще написать. А, премия Оскар, да? А, да, за все, что он делал, живя в теле, за все добро, которое он делал, живя в теле, так написано. Нет, стоит запятая. Доброе или худое? Вы не поверите, я когда это с одним вот так, этого нету, ну, мне звонят иногда, они же боятся все выкладывать. Я бы все беседы выкладывал, мне нечего стесняться. Но все ко мне, многие ко мне приходят, как Никодим к Иисусу, да. Под покровом ночи, да, камеры не включены там. Ни имени, ни звания какие-то, ники, ничего. У меня ник есть, но при этом я ничего не скрываю. Ни имени, ни фамилии, вы все знаете обо мне. Где живу, чем занимаюсь. Слушайте, вот сюда они и, и он не признают. Я... Вот я сейчас не могу слов найти, я и тогда. Я вот смотрю, ну, как я говорю, смотрю, я порой даже не вижу. Я смотрю на человека, думаю, у него вообще что в голове. Мне кажется, там ничего нету. Вот эти, которые в 15 главе в этой же церкви. А вы, вам напомнить всю первую первое послание к Коринфянам? Давайте напомню там, оказывается, блуд нашелся, которого вообще ни в какой церкви, в Христовой. Он говорит, он говорит между вами блуд, вы помните там грехи, которые? Я говорю, первый по своим пал, он такой обличительный, там что только в церкви не вытворяли. Это им будет за это Господь награждать премию Оскара, так что ли? Или... Я, может, что-то не понимаю, я, наверное, совсем тупой. Я 10 лет вот пошел за Христом, как иду, да... Я наверное, я, наверное, совсем не понял Евангелие. Вот там, где нашлись блудники, которые, и, говорит, среди язычников, говорит, даже так не блудят, как у вас. Это те, которые, говорит, приходили на Агапа вечере любви. Которые вместо того, чтобы не то что нищих покормить, вначале прийти сами, послужить. Все принести, все накрыть. Причем первые приходили кто? Они и так богатые, они и так в роскоши. А они, оказывается, приходили, ничего с собой не приносили. Пожирали то, что там было, все. А, то, что всем должно было быть. То, что кто-то вчера побольше принесся, вчерашний, может, что-то осталось. Кто-то днем, может, с утра занес. Они богатые, ничего не делают. Они приходили в это собрание, в церковь. Это собрание, церковь, экклесия. Они там все пожирали, никаких нищих не приглашали, то не раздавали, сами все сжирали, что было, набухивались, да так, говорит, что морды в салате спали. Вы почитаете послание первое? Я же вам говорю практически дословно, хотя, может быть, современным языком, какой не позволили себе перевести в тексте. Они морды в салате говорит, спали. И даже, говорит, естественно, говорит, когда приходили люди рабочие, могли только к вечеру собираться с полей, со своих мастерских, кузнецы, столяры, строители. Все. Поесть нечего, милостыни нету, богачи все сожжали, да набухались, да места говорит, агапы, ссоры, разногласия, я Павлов, я Кифов, я Аполосов. А там все надо перечислять или нет? Это я яркие моменты. А то, что они проповедуют, что Христос не воскрес и вообще воскресенье нет, всех вас червяки сожрут, ешь, пей, Это этим членам Каринской церкви будет награждение на судилище Христовом? Я не знаю, как с ними разговаривать, на каком еще языке, на мне на какое небо надо подняться к апостолу Павлу, хотя когда он поднялся и услышал, спустился в теле или не в теле, сказал, что говорить этим языком все равно невозможно. На каком языке мне надо говорить с протестантами? Я не знаю. Мне Бог не открывает. У меня есть только русский, и вот тексты. Я вроде говорю на русском языке читаю вот русские тексты. Потому что я не говорю о том, что тут, ладно, я где там говорю, что Евангелие неправда, там, там слово, там слово неправда, вернее, не Евангелие, а что-то искажено в Писаниях. Ничем этого, грубо говоря, доказать не могу, потому что все это на то и потерто, и что это остается только на свободу выбора принятия человеком. Здесь все написано. Это соответствует общему Евангелию. Это надо просто выкинуть, я говорю. Вы как его читаете? Вот так, У меня тут все. Я говорил, последнее, последнее. У меня это коринфин затянулось на полчаса. Но это не последнее. Последнее, вот я надеюсь, что сейчас. Все эти картинки хороши. Я, мне просто нравится больше всего. Просто мне нравится, где, конечно, голубенькое, небесное царство, красное, ад вон показано. Но мне нравится больше вот это изображение здесь. хоть. Я ее просто хотел в фотошопе немножко доработать, но... Время Солнце пока светит чуть-чуть, хоть чуть-чуть, чтобы сидеть, глаза не ломать. Я записываю уже. И так четвертый час сейчас стемнеет все, пока зима. Поэтому я так вам визуально разделяю, как будто все-таки вот это низ. Это ад. Вот тут где-то посерединке у нас Земля. Так будем, да. Что я хочу последнее сказать? Конечно, для тех лентяев, которые слышат, что О, небесное царство, надо трудиться, я, во-первых, скажу, что тогда вам вряд ли что-то поможет, это для тех, кто непробиваемый, а у тех, у кого хоть маленький огонек в сердце есть истины, еще Бог сидит, еще вы его не до конца знали, вспомните слова апостола Иоанна Богослова, «Заповедь его, не тяжкие благи и делают счастливым самого человека. Зло творить тяжело, любить легко, ненавидеть тяжело, благотворить легко. Таить злобу тяжело, прощать легко. Поначалу, да, под конец, когда ты уже, чем выше ты восходишь, тем все легче и легче. Вот я хочу еще раз показать вот это вот Путь, который идет по лесенке, вы прекрасно все сами знаете. Вот ты покаялся. Ты на... встал на эту нулевую планку. Ну, как раз человечек очень удачно получилось. Вот он идет туда с нулевой, с этой планки. да? Он вот сейчас еще сюда, только ему надо... Ну, здесь кажется короткий путь, но, конечно, вы представляете, что этот путь длиною в жизнь. Он узкий, тернистый, крестный. Он непростой ты когда по нему идешь, что получается? Почему Бог никого не наказывает? Ведь мир поделен на козлов, на волков и овец. Когда вы переступаете порог тьмы и света, оказываетесь вот на этом месте, где сейчас этот человек, назовем его хорошим человеком, он все-таки встал вот на этот вот горизонт, да, вы же начинаете идти, вы что начинаете творить? Добро. Вот я вначале с чего начал, этим заканчиваю. Казалось бы, как искупить свое, свой грех? А вы его искупите. Когда ты начинаешь восходить, идя за Иисусом. Где у меня эта картинка? Ну, здесь вот жалко, она тоже прямая, еще вот так вот, как будто они в горку, вернее, идут, да, за Иисусом туда. Был вообще идеально. Это крестный путь, Иисус всегда говорил. Это жертвенный, узкий, тернистый путь со крестом, да. Что такое крест? Поругание, поношение, побой, даже до лишения тебя здоровья и самой жизни. Вы знаете, Бог так чудно все придумал. Оказывается, этим путем, когда я иду, я сразу одновременно и искупаю свои грехи, ведь я получаю то, что я сам делал. Это сто процентов. И кстати, я вам, я вам что больше-то хочу сказать, именно поэтому ты искупишь, когда ты на ноле, ты еще ничего не сделал. Почему Иисус и сказал делайте? Именно так ты искупишь свои грехи, потому что ты начнешь творить дела света, дела любви, радоваться, быть мирным, людей примирять, кротким, смиренным, терпеливым. Во-первых, ты, я говорю, сам будешь за это получать, и ты будешь, во-первых, искупать свои грехи, и казалось бы, этот же путь ведет к тебе к совершенству. Потому что в раю, представьте, Рай, который был. Представьте небесное царство, которое ждет нас в будущем. Там не будет жертвенной любви. Кто знает мои проповеди, я об этом всегда говорю в разных формах. Я сегодня-то нового ничего не сказал, что я уже три года толдычу на Ютубе. Там не надо будет жертвенно любить. Там не будет ни скорби, ни страданий. Там не будет мира, лежащего возле, плохих людей. Любить там можно будет, как можно было любить и в раю, возделывать и хранить. Доказать вам это и показать, я всегда говорю, могу легко на этой жизни. Я сам могу себе приготовить чай. Ну почему-то мы подходим, говорим, дорогой, что тебе чайку сделать? Ну сделай. Я же могу сам. Ну я беру себя, я могу. То есть не может, это уже другой вопрос, это ущербность, да? Я могу. Она говорит, может, что тебе чайку сделать? Ну сделай. Я же могу, она мне делает любовь, любовь. Мне приятно, приятно. Я могу, могу, у меня деньги есть. Это мой чай, потому что я его покупаю. Знаете, как подарки делают на деньги. Родители, те же самые дети, еще подростки, там, да, вы помните, такое бывало у всех. Вот. Но это же приятно. Да, пусть это, пусть это подарок на деньги родителей. Там в 10, в 11 лет ребенок что-то сам захотел. Но ему хотелось сделать приятно. Он понимал, что он покупает это на деньги. Может быть, он, правда, сэкономил там с каких-нибудь завтраков в школе. Ну, а может быть, и прямо попросил. Но он что-то захотел, он что-то ходил, выбирал, ему что-то понравилось. Он говорит, мам, дай денег, я тебе хочу сюрприз сделать. И он же вложил в это что-то свое. Вот. То, что ты это делаешь, ты уже добавляешь это любовь. Ты даешь. Вот. Но ты не отрываешь, в плане ты не страдаешь. Да? Причем мы часто страдаем. Сейчас нам даже ходьба причиняет страдания, мы устаем, да, нам плохо. Это я так маленький пример взял, до кухни там дойти. А может тебе надо тысячи километров проехать, чтобы человеку... Он и сам может, ну ты что-то там сделал. Ну вы все понимаете, да, это же все вокруг нас. Я говорю, я ничего не говорю, что нас не окружает. Все же просто и понятно. И вот знаете, казалось бы, вот этот э, жертвенный, э, этот вот узкий тернистый путь земной жизни, который возводит тебя в самого Бога, потому что Бог явился на землю, и он был абсолютно святым. Ему не надо было, да, искупать свои грехи. И он показал нам совершенный путь. И мы, идя по нему, заметьте, два, как говорят, двух зайцев сразу догоняем, да? Мы, ну, Иисусу, в чем была жертва, как вот меня хулят за то, что я типа искупительную жертву Иисуса отрицаю. Да, отрицаю, потому что никого Иисус не искупал. Он тебе путь проложил, пример, по которому ты идешь. Об этом Иисус говорил постоянно. Искупил он лишь в том, опять вот именно, вот ты-то, когда идешь, ты этим путем и Богом становишься одновременно и искупаешь свои грехи. Иисус не свои, так скажем, грехи он ты не должен был этого страдать. Он мог тебе диафильм показать. С небес говорить, любите врагов, даже до креста. Вот тебя будет мучить, ты не должен отвечать, потому что я такой, моя природа Бога такого. А ты бы ему задал вопрос, а ты сам ты можешь? Никто бы не стал любить врагов без примера Иисуса. Никто никогда в истории человечества. Если Бог бы с небес грозил, что я вот такая жертвенная любовь, ты должен мне поверить, поэтому вы так должны страдать. Он сам показал, что он готов так страдать, что это не просто повеление с небес, он и есть такой любовь, она готова, когда человек в аду, даже за, за, ним пойти. Он как бы пошел этим за нами, показывая, хотя он не должен был этого делать. Мы все должны сами ответить за свои грехи. В этом лишь его сверхподвиг, сверх вот это, вот искупительная жертва, как хотите. Потому что он-то этим путем не искупал свои грехи. А мы реально, если мы раньше воровали, теперь благотворим, у нас воруют, мы прощаем. Мы теперь становимся и богами, и мы, во-первых, вкусили то, что мы сами делали, и поняли вкус и горечь этого греха. И мы уже теперь точно никогда. Вы знаете, прощение, которое без наказания, оно ничего не значит. Поэтому Бог тебя вот на эту планку даром сначала, да, даром тебе возвращает сыновство, халатик, э -э перстенечек вон грабли, я говорю, там Иисус об этом-то просто не стал развивать, думая, что дети Божьи догадаются, что он пришел трудиться. Ну, там так и написано, в общем-то, только немножко другими словами. Представляете, какой замечательный путь. Я протестантов не понимаю. Не понимаю. Вы отвергли все это. И вы же поймите, каково у человека мировоззрение такая жизнь. Это теплая какая ванночка, это ванночка сатаны вам налитая. Вы в ней лежите. У нормального человека, поймите, я вам от собственного опыта делюсь, от того, что ты не можешь весь мир накормить. Это не говорит о том, что ты несовершен. Вы посмотрите на Иисуса. Он всех вдовиц накормил. Он стал отцом всех э, одиноких матерей. Нет. Терзаться тоже не надо. Мне их говорят, о, ну это тогда вообще в депрессию пойдешь. Да не надо впадать в депрессию. Посмотри на Иисуса. Он не весь мир накормил. Ты делай то, что ты можешь от себя. Но ты делай. Ты должен жаждать этого. Ты должен быть ненасытимым. Твое мирозрение должно быть. Я хочу еще. Я хочу еще. Ты должен быть жадным. Ведь мне говорят, о, это алчность. Да, как это? Я, я, сокровище. Нет, я вот такой смиренный. Я говорю, слушай, я вот слушаю тебе это псевдосмирение. Мне ничего от Иисуса не надо. Мне, мне бы там с ним вот где-нибудь с милым и рай в шалаше. Я говорю, слушай, это псевдосмирение. Сам Иисус сказал, блаженный, алчущий, жаждущий правды, алчность, само чувство в человеке, норма, природа человека, она не хороша, не плоха. Как я этой природой распоряжаюсь? Вот кто я. Я алч, бу что, рвать у всех? В меня как в дырку, весь мир на меня батрачит, я как полно карикатур, богатые и бедные, где-нибудь там землю ложкой едят с ложки бедного, вот такой жирный толстосум с ложки худого, не буду вам эти картинки ставить полным-полно в интернете, несправедливости мироздания, да, во что ты свою алчность? И сам Иисус употребляет эти слова. Блаженный, алчный, жадный, жаждущий, жажда, жажда. Жадность, жажда. То есть ты так хочешь тебя все пить. Истины, а истина что? Любви. Значит, ты алчишь и жаждешь. Любовь – это сущность. А любовь проявляется в глаголе. Любовь – значит, люблю. Любить – значит, делать. Значит, я алчный и жаждый додел истины, додел веры. Значит, я радуюсь, несмотря ни на что. Мне плохо, тоска. Там обидели, здесь обидели. Денег мало, скучно, плохо все, погода не… А я радуюсь я подвязаюсь в делах веры. Если я здесь радуюсь, когда у меня действительно плохо, это же плохо. Там обидели, там оскорбили, там ударили, зарплату зажили, премии незаконно, несправедливо лишили, кто-то подставил, еще что-то. А я радуюсь, я подвязаюсь в делах веры, в делах любви, в делах радости. Все плохо, хочется всех ненавидеть, кто-то меня там бьет, калашматит словами или чуть ли не руками. А я в мире, а я спокоен. Все плохо, а я терплю. Я здесь. Если я здесь иду в небесное царство, уж там, когда не будет ни скорби, ни болезни, я буду тем, кто туда дошел. Я достоин его. Потому что я прошел этот путь, и Бог показал, что Он такой по природе, Он это все сделал, Он сошел, Он снял с себя царскую одежду, представляете, и сошел на землю. А я. Там не надо будет вечно быть, терпил, я всем говорю, да, там все будет хорошо, но надо стать этим. Что Бог тебе не тыкал, как ты тыкал бы Богу, если бы он сам не сошел с небес на землю и не, прол... не прошел этот путь. Чего ты мне тычешь? Я почему должен крест нести? Я почему должен всех этих злых людей терпеть? Я почему должен терпеть оскорбления, понишение? Я почему должен жизнь отдать? Я буду воевать до последнего. Правда на моей стороне, я же не сделал плохо. Да, в теории на земле это может показаться истиной, но это не истина. Если ты не хочешь, чтобы тебе Бог в небесном царстве тыкал, что ты здесь недостойна, а Он тыкнет тебе когда ты туда, думая, что ты по вере проберешься и окажешься в небрачной одежде, выкинуть такого, связав руки, во тьму кромешную. Это не Иисус рассказывал. Это притча, разве не о христианах? Это что, притча о язычниках, которые в Небесное Царство попадают каким-то, как вор через забор перелази? Кто знает, все эти притчи рассказаны об, об христианах. О христианах. Ну, в то время об иудеях, которые все соблюдали по законам Моисеева, с которым говорил Бог, мы дети Авраама. Сейчас это ко всем христианам, естественно, применяется. Неужели вы этого не поймете? Только идя вы действительно по праву искупаете эти грехи свои. Потому что когда вы начнете делать дела, когда вам проповедовали, вы покаялись, тот ты -то человек молодец, а почему ты это не делаешь? Тебе сделали добро? Почему ты скрываешься? Тебя человек проповедовал Евангелие, научил любить правильно людей, животных, природу. Почему ты не учишь других? Почему ты зарываешь то сокровище, которое получил? Как ты хочешь быть в небесном царстве, идя за Иисусом и не неся крест? А как ты будешь нести, если ты... Я ваши аватарки открываю, на вашей страничке перехожу. Там пустота, вы нигде не присутствуете. А как вы будете проповедовать? Иисус сказал, идите по всему миру. Чего вы попрятались, как мыши в норы? А кто будет проповедовать? А где твоя благодарность, ответная любовь? Ты получил, ты узнал, ты сел в этом раю в кустиках и сидишь. Иисус таким прямо сказал. Кто идет за мной? А я бы не за мной, я бы вот эту картинку, я прямо говорю, готов ей панигирик и петь. Кто идет по мне? Там, кстати, может так и, кто знает, в других периодах, так, кто идет по мне. А креста своего не несет, не достоин меня. Это вот все надо зачеркнуть, Замуливать. Никуда они не идут. Они идут в обратную сторону. Не идут они никуда. Только вот этот вот путь. Я не знаю, на каком языке с ними еще говорить. Только этот путь. Ты, возможно, сам, кто знает, он был хулителем там, как Павел, да, и только начав... Когда Павел был хулителем, если бы когда ему Иисус открылся, он поселился в какой-нибудь тихой, спокойной деревушке на берегу Красного моря и жил бы себе тих, ой, слава Богу, церковь перестал гнать, какой я ягненок непорочный, я же спасен по вере. Павел в первой этой главе пишет, в первом послании, в этой 15 главе, когда там воскресенье защищает, он и говорит, так ешь, пей, веселись, зачем я все это делаю? Зачем я, говорит, тружусь, если нет награды? Сколько раз Павел писал о наградах? Они вырвали только стихи им удобные. А все, где символически слова Павел употреблял, где Павел, как я вам объяснил, говорил вот об этом прощении даром, второго шанса жизни, который человек получил от начала своего земного рождения, получит при воскресении э, из мертвых, они все извратили. Павел говорил, зачем я тружусь тогда, если нет награды? Все время говорил о том, что слава у всех разная. Никогда не прикрывался этим лживым смирением. Да-да, мне там нет. Он говорит, бегите. Помните, Павел говорил: бегите, как наресталище, первым пытайся прибежать, первым, лучшим будь. Предупреждайте, говорит, каждый друг друга в добре. все вырвали. Только этот путь, деятельный путь, когда он стал проповедником, он, во-первых, искупил то, что он сам делал, как он потом плакал. Да и кто вот такие, как я, только до да наш курь, правда, сначала мы всех хулим. Потом, когда сами встаем на этот путь, вот я пытаюсь что-то говорить, и люди меня не слышат. А ведь я говорю, ну, мне такого прям не было в жизни проповеди. Я не помню, чтобы я отвергал там Евангелие. Меня никогда эти христиане не окружали. И вообще Евангелие никогда не слышал в своей жизни. И уж тем более не гнал там, да, мне, в принципе, никакого дела не было. До религии я особо никогда не трогал, да. Но вот если бы трогал, вот теперь бы я, я вот понимаю, да. И теперь я пытаюсь, говорит, люди, опомнитесь. Представляете, Павел хулителем был. И тут бац, Иисус ему. Вы помните, как никто не верил, никто, говорит, да он же, никто не принимал его. Ну как этот человек мог измениться? Но он этими же поступками, а сколько плода -то он принес? Уж там вся сотенка, наверное, из ста возможных. Красавчик, молодец. Перед страхом, как он писал, побоев, потоплений, голода, жажды, ноготы страдания, опасности для жизни, для здоровья. Трудился, говорит, иду и делаю. В немощи, вы помните, больной он весь, это очевидно по посланиям. Говорит, все делаю только для того, чтобы достичь. Нам ничего не надо. Ничего. На этом я заканчиваю. Надеюсь, хоть кто-то из протестантов меня услышит у меня все. Я с вами прощаюсь. Всем вам желаю всего, всего самого доброго. И самым добрым, наверное, к особенно религиозным людям, особенно заквашенным такими лживыми учениями, желаю вам познать истину, которая есть в делах веры, в добрых делах, потому что любовь – это добро, в радости, в мире. Делах радости, делах мира, делах терпения, смирения, кротости, упования на Бога. Да? Во всем этом начать и достигнуть совершенства. Мои вам искренние от чистого христолюбского сердца пожелания. Ну, если я что могу для вас сделать, не только словами, но и делом я всегда открыт. Пока-пока.